Казани впервые пройдет региональный этап международной молодежной конференции Failing Walls Lab. А площадка для проведения регионального этапа стал Казанский федеральный университет. Главная идея этого мероприятия – это соединить талантливых молодых ученых и специалистов всего мира для обмена опытом, для того, чтобы их, об их идеях узнали в обществе, для того, чтобы заявить о себе и, в принципе, обменяться опытом своих вот научных исследований. Failing Walls Lab – это конференция, которая учреждена в Германии в честь 20-летия падения Берлинской стены. Она проходит каждую осень в Берлине, но сначала в разных городах мира на региональных этапах отбирают самых лучших и достойных. Принять участие в конкурсе могут студенты, аспиранты, кандидаты наук, молодые ученые и предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый из них должен представить свою идею, изложить научные концепции или предложить новаторские методы решения различных проблем и задач. Эта конференция поддерживает молодых специалистов, ученых, бизнесменов, политиков, дизайнеров и программистов. Failing Walls Lab задача заключается в том, чтобы показать интересные идеи, которые появляются у молодых ученых. И причем нужно это делать очень быстро, очень наглядно и для непосвященной публики. Участникам регионального этапа будет дано 3 минуты и 3 слайда презентации, чтобы представить свою идею на английском языке в научной, социальной, производственной или бизнес-сфере. Принимая участие в конференции, молодые специалисты заведут полезные знакомства и получат массу новых знаний и впечатлений. Во-первых, это уникальный опыт участия в международном проекте. Во-вторых, это возможность международного обмена и международной поездки. В-третьих, это поверить и проверить себя и узнать себя лучше. В мае в Казанском федеральном пройдет первый этап, где жюри отберет лучших конкурсантов для участия в сентябрьском этапе. Но победителем станет только один участник. Именно он поедет в Берлин для выступления на всемирной конференции Failing Walls Lab. А на финальном этапе в Берлине ему нужно будет приложить еще больше усилий, чтобы оказаться лучшим среди лучших. Это огромный шанс для молодых ученых и специалистов, ведь их идеи могут быть представлены всему миру. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.